Следующая остановка программы Body Time – клуб Миста. Сегодня здесь состоится презентация ивент-агентства «Ветер». Так что я с огромным удовольствием приглашаю вас сделать ветер в ночном клубе Миста. Конечно же, хочется услышать о той программе, которую вы сегодня приготовили для клуба Миста. Сегодня наши девчонки, наш шоу-балет показывает свое мастерство. Они будут танцевать, они будут зажигать. Это будет блестящий выход. Вторым выходом будет фэшн-показ в стиле Vogue. Девчонки будут представлять фэшн-бутик 112, который находится у нас в Харькове, на Сумской 112. Красивые, очень яркие костюмы. Дальше мы увидим нереальное энерджи-шоу от Виталика Ярового. Юлечка, теперь в первую очередь поздравляю с таким важным событием в твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, чем вы планируете заниматься в рамках ивент-агентства «Ветер»? Ой, у нас настолько много планов, их настолько трудно объять и все рассказать за один раз. Ну, естественно, организация проведения мероприятий. Мы собираем шоу-балет, арт-группы, модел-группы, создаем шоу, проводим их. Масштабный проект, который включает в себя как ивент-агентство, это организация мероприятий, шоу, праздников на любой вкус заказчика. Также у нас есть арт-модел-студия, у нас есть детская студия раннего развития, которая называется «Бриз». Также у нас есть студия йоги, фитнеса и танцев. Мы проводим мастер-классы по визажу, по косметологии, по стилистике. У нас есть тренинги по психологии. Так что будем рады видеть у нас Сумская 24, агентство «Ветер». Ты считаешь, чем отличаются вечеринки, которые проводят девчонки, от других вечеринок в нашем городе? Ну, это не просто вечеринки, да, это не просто показы, да. Это вот что-то такое креативное, это шоу. И это намного интереснее и более вот привлекает публику. Сегодня я тебя увидела впервые в роли лазерного человека. Конечно, как бы мне как зрителю это все показалось супер красиво, отработано, классно, эффектно. Хотела тебя спросить, насколько это трудоемкий процесс подготовки, репетиции, как ты к этому готовишься? Чтобы поставить такое шоу, уходит несколько месяцев. Да, это очень трудоемкий процесс, как бы, и чтобы сделать его хорошо, а я люблю делать все хорошо, приходится немножко попотеть, да, приходится приложить много усилий, но потом получается результат. Сейчас довольно модная такая тенденция открывать ивент-агентство. Это популярная штука, это приносит деньги, это интересно людям. Как ты считаешь, чем вы будете выделяться из общей массы ивент-агентств? Во-первых, мы, скажем так, поколение тусовщиков. Повидали не одну тусовку. И как бы со свежим взглядом мы видим, что бы хотелось бы еще добавить, да, какие-то свои фантазии воплотить, идеи новые. А с тем, что у нас как бы есть нужные силы, нужные подрядчики, помощники и партнеры, почему нет? Мы можем обучать свои мечты, свои идеи в жизни, мы будем это делать. Расскажи, пожалуйста, каким образом ты будешь сотрудничать с ивент-агентством «Ветер»? Мы ставим и будем продолжать ставить сумасшедшие, креативные, интересные номера в разных абсолютно направлениях, с разной тематикой, очень интересные. И есть уже интересные идеи, пока не буду ими делиться, довольно-таки креативные и новые для Харькова. Поэтому ждите интересных шоу. Ты считаешь, чего не хватает Харькову? Каких мероприятий, каких вечеринок? На самом деле, очень много вечеринок заезженных. Не хватает креатива. Креатива, какого-то блеска.
шоу. Одним вот словом шоу. Должно быть шоу. Мы уважаем традиции, но идем ногу со временем. То есть мы пытаемся вот смотреть даль. Пожелания девушкам, которые организовали сегодняшний праздник и открыли ивент-агентство. Хороший старт. И у этого ивент-агентства большое будущее, я думаю. Уверен даже в этом. Я думаю, оно будет не за горами. Вот, поэтому трудиться, 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 еще раз трудиться. Света, я знаю, что ты давно сотрудничаешь с Юленькой Февралевой, и сегодня мы присутствуем на открытии, на презентации ее ивент-агентства. Хотелось бы, чтобы ты пожелала что-то девчонкам. Самое, наверное, главное – это успеха, то, что они добились вот того, чего они хотели. Сегодня все прошло очень на хорошем и уровне, и атмосфера была очень приятная. Это красота, это шоу. Мы умеем делать ветер. Сегодня вы увидели яркое, красивое, фееричное шоу. Но также мы приглашаем вас на наши тренировки, на наш фитнес, на нашу йогу, на нашу хореографию. Приходите к нам в агентство. Мы вас ждем. Будем делать ветер вместе.